Отлично. Так, 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 стой, 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 стой. Ого, ё-ё-ё, что это здесь такое? Вы только посмотрите, ребятки, какая сложная дорога-то, а? Ё-ё-ё, теперь газу, Юра, газу. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство. С вами, ребятки, как всегда, Юра. И сегодня мы, ребятки, продолжаем играть в нашу замечательную игрушку под названием Hot Wheels Race Off, ребятки. Так, ну что ж, погнали на нашем джипе, ребятки, дальше. Ого, ребята, вы только посмотрите, как он эпично ездит. Ой-ой-ой, что это там взрывается-то? О, что это такое? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. О-о-о, ребяточки, подождите, пожалуйста, что это было? Дорога такая извилистая стала, как-то не по делу. Так, ну что ж, поехали. Ого, ребята, что это? Сальто! Вау-вау-вау, тихо-тихо, Юра, стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Фух, ребяточки, здесь, оказывается, лифт надо ждать, все. Здесь, ребятки, мы спускаемся на лифте. Теперь газуем, берем бачок бензинчика и... О, камни! Там будут падать камни, наверное. Бабах! Воу! Ребята, вы только посмотрите. Вы это видели? Как будто в каком-то голливудском кино это было. Это было настолько красиво, как будто в каком-то Джеймс Бонде. Я вот так вот просто-напросто перелетел вот это все и... Остался все-таки как бы живой. И уже я вижу, ребятки, финишную прямую. И вот она. Круто, отличненько, дорогие друзья. И мы с вами прошли этот уровень. И это просто замечательно. Это просто не может, ребятки, не радовать. У нас 45-й уровень, дорогие друзья. И здесь мы давайте возьмем вот такую вот машину. И давайте, собственно, ее заделаем. Так, давайте ее увеличим, ребятки, на мощную, на полную катушку. И посмотрим, что с нее, в принципе, можно вообще взять. Так, давай. Гонка. Поехали. Так, газу. Ой-ой-ой-ой. Так, да что ж такое творится-то? Ох-ох-ох. Посмотрите, какая у нее сзади, ребятки, штуковина стоит. Это, наверное, какой-то тягач. Наверное, какой-то, ребятки, такая штука, чтобы не переворачиваться. Посмотрите, какой у нее хвост. Так, отличненько. Берем, ребята, Big Air. Так, берем вот эти очки. Тихонечко. И, так, стоп. Здесь, ребятки, у нас ворота. Ждем, пока, ребятки, ворота откроются. И теперь начинаем нашу поездку дальше. Так, отлично. Ой-ой, сейчас будут падать камни. Давай быстрее. Все, ребятки, видите, как только я проезжаю, там сразу падают камни. Стой. Тихонечко. Ой-ой-ой-ой. 3, 2, 1. Газу! Ох, пошел, малыш. Так, тихо. Тихо, стой. Так, отличненько. Ждем. Пошел. Нет. Ого, ребята, я разбил ворота. Вы видели? Вот это да. Вот это было круто, реально. Я не думал, что я их могу разбить. Вот это у меня автомобиль. Вот это по делу. Поехали. Погнали. Вот это, ребятки, круто в действительности. Так, смотрите, какая горочка у нас здесь. Мы на эту горочку с вами, ребятки, заезжаем. И здесь у нас опять ворота. А, там финиш уже, ребятки. Приготовились. Газу. Отличненько. И мы приехали к финишу. И это просто замечательно. Так, отлично. Все, ребятки, супер. Так, ребятки, 46 уровень у нас уже открыт с вами. И мы с вами продолжаем, ребятки, играть. Так, погнали. Так, тихонечко. Так, там камни, ребятки, падают. Вы видели? Нужно быть очень довольно-таки бдительным и аккуратным. Потому что здесь каньон. И здесь падают, ребятки, камушки. Так, тихонечко. Так, люди, мне уже... Тихо, стой. Меня придавит, сейчас взорвет. Ха-ха-ха. Так, меня взорвало, но ничего. Мы сейчас с легкостью, ребятки, переиграем. Камни сейчас, ребятки, упадут на нас. Но мы их, ребятки, аккуратненько объедем. Так, тормози. Так, и здесь, Юра, не газуй потихонечку. Потому что сейчас будет здесь... Второй кран опускаться. Ага, все. Отлично. Поднимаемся наверх по платформе. И газуем на всю катушку, ребятки. Так, тихонечко. Смотрим, что у нас здесь. Давай. Потихонечку выезжай. Отличненько.
Отлично, просто замечательно. Я считаю, что это просто круто, ребятки. Так, давай. Поехал. Круто. Так, стой. Здесь у нас опять, ребятки, препятствия. Так, стоим, ждем, пока ворота, ребяточки, откроются. И теперь газуем. Вот так вот круто, ребятки, на кольцевую попали. Двигатель нас ускорит. Воу, ребятки, посмотрите, куда мы полетели. Ого, аж до финиша долетели, классно. Вот это круто, вот это я понимаю. Так, ребятки, ну что, 47 уровень нас ждет. Так, ну что ж, поехали, погнали, посмотрим, что у нас дальше. Так, поехали. Ох, какие горочки здесь, ох, какие горки. Так, аккуратненько. Вот так вот. Так, теперь. Ага, здесь надо ждать, пока опустится мост, ребятки. Ждем. Или здесь, я так понял, он не опускается. Давайте его опустим сами. Давай быстрее. Да что ж ты будешь делать, а? Нет, ребятки, так не получается. Нам надо сначала его опустить, а потом уже проезжать. Сейчас я вам покажу, как это делается. Нет, не сумели мы пробить. Газу! Отлично, ребятки, классно. Бабам! Ой, тихо, малыш. Тихонечко. Так, вот лифт, ребята, ого. Вот это довольно-таки опасная дорога пошла. Так, тихонько, здесь опять вот, ребятки, двери надо ждать. Так, ждем. Ворота поднимаются. Теперь, ребятки, собственно, газуем. Так, тихонечко, тормозим. Что это такое у нас? Газуем теперь на всю катушку. И газуем вот так вот, ребяточки. Ой-ой-ой-ой-ой, я даже не вижу, что впереди творится, ребята. Это реально, это плохо или хорошо, я даже не знаю, потому что впереди может быть обрыв какой-то. И я могу в любой момент, ребятки, разбиться. Так, опять, ребятки, ворота. Вот здесь уже два ворота сразу, ребятки, видите? Так, давайте ждем, пока поднимутся эти ворота. Так, теперь газуем. Ждем, пока, ребятки, поднимутся вторые. Газу! Отличненько. Так, проехали мы, ребятки, вторые ворота. И нам осталось... Тихо. Нам осталось совсем, ребяточки, немного. Ого, ребятки. С этим кузовом я, наверное, здесь не проеду. Сейчас попробуем еще раз. Да, конечно, да. Так, а как же мне сделать? Мне надо, наверное, отсюда взять разгончик. Вот даже отсюда, да? Давайте отсюда будем брать разгончик и перепрыгивать вот так вот. О, вот так вот бы и сразу. Вот так вот получилось, ребятки. Я уже вижу финишную прямую, дорогие друзья. И это просто круто. Вау, да, отлично, дорогие друзья. И мы прошли с вами этот уровень. Так, ребятки, 48 уровень у нас открыт. Мы продолжаем и возьмем, давайте, супер нашу автомобиль Рикшторм. Так, ну что ж, погнали. Ох-ох-ох, как мы давим, ребятки, этих простых автомобилей. Вы только посмотрите, мы по крыше проехались и раздавили всех. Вот это вот та чила у нас. Воу, ребята, посмотрите. Какая-то самая крутая тачка, ребята, в Hot Wheels. Это самая последняя и самая крутая тачка на данное время, ребятки. Погнали. Ой-ой-ой, тихонечко. Поехали. Так. Что у нас, ребятки, здесь? А здесь у нас какая-то гора, злая гора, что ли. Или как еще ее, ребятки, назвать по-другому даже. И не знаю. Вот это да, вы видели, ребята, я чуть не взорвался. Я уже проехал, ребятки, половину дороги. И реально чуть только что не взорвался из-за одной, ребятки, маленькой ошибочки. Но ничего, ребяточки, мы с вами обязательно сейчас проедем. Проедем этот уровень, и все будет у нас отлично. Опять автомобили пошли, опять, вот они, ха-ха-ха. Ну что, ха-ха, ребята, мы едем по крышам чужих автомобилей и раздавливаем их всех, ха-ха-ха-ха-ха. Так, поехали, давай, ворота, открывайся быстрее. Погнали. Так, что же нас, ребятки, ждет впереди? А этого, ребятки, никто не знает. Так, погнали, тихо. Не спеши, потому что впереди может быть, Юрочка, обрыв.
Так что надо будет ждать в любом случае. Так, ну что, здесь, в принципе, как всегда, ребяточки. Финиш. Отлично. Круто, дорогие друзья. И мы прошли с вами этот уровень. Ребятки, передпоследний уровень у нас 49-й. Давайте улучшим наш, ребяточки, автомобиль, чтобы, так сказать, с легкостью уже могли мы пройти эти последние, ребятки, два уровня. Так, ну что ж, поехали, ребяточки. Погнали, посмотрим, на что наш автомобиль способен. О, довольно-таки уже сильный он. Я его задел, ребятки, не на шуточку, я вам хочу сказать. И довольно-таки... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Все, ребяточки, я остановился, теперь я газую. Газу-газу-газу до отказу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой, поехали-поехали-поехали-поехали, тихонечко. Стоп. Приехали, теперь опять газу. Отлично. Так-так-так, стой-стой-стой-стой-стой. Ого-ой-ой-ой, что это здесь такое? Вы только посмотрите, ребятки, какая сложная дорога-то, а? Ой-ой-ой, теперь газу, Юра, газу на всю. Давай, включай мощь всех двигателей. Давай, турбина. Пошел, 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 пошел. Давай, молодец, 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 молодец. О-о-о, ребята, я ничего не вижу. Что творится-то внизу? Ой-ой-ой. Ого, ребятки, я проломил две двери и пропал к финишу. Вы видели это? Вот это просто круто. Так, ребятки, ну что ж, последний уровень с вами, ребятки. Мы будем ехать на этой же машине и посмотрим, что за последний уровень такой-то у нас. Давай, вперед. Так, мы здесь, конечно, чуть-чуть мы неправильно сделали. Надо теперь затковать. Так, заткуй, 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 заткуй. Отлично, теперь вперед давай. Так, здесь лифты, аккуратно. Стоим, ждем. Газу. Так, ну здесь, в принципе, все как всегда по стандарту у нас идет. Так, здесь едем наверх, 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 наверх. Тихо, 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 не спешите. Здесь тоже, 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 тоже так же. Так, ребяточки, готовы к спуску? Погнали! Оу! Ребята, ой-ой-ой! Вот это был, конечно, реальный спуск, ребята. Вот это было реально круто. Так, давайте, давайте, давайте еще один такой же. Давайте попробуем с вами. Погнал, 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 погнал. Боу! Не, второй, ребятки, я уже не успел пробить. Второй не успел. Но, тем не менее, ребятки, все равно. А вот финиш, ребята, вы только посмотрите, уже финиш. Последний уровень на старт, внимание, марш. Воу, отличненько, дорогие друзья, и мы прошли с вами все уровни, и это просто, ребятки, замечательно. Вы только посмотрите, ребятки, мы с вами прошли все 50 уровней, ребятки. Это означает, что мы прошли всю игру и выиграли. Так, ребяточки, а если вам было интересно это видео, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте палец вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. А с вами был, ребятки, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока.